сюда залез. Есть! Есть! Блин! Нет! Он мне голову оторвал! Тел! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Крошка, Крошка и Тучка, ОЛТВ, Дэн, Гусанек, Плеймар, Гуздума, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем нравится ролик, когда мы выживаем в гигантском лабиринте, и Соник будет защищать оружие. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал, ролики выходят каждый день. Успел забрать? Нет, блин, не успел. Я успел. Блин, это будет очень сложно, но надеюсь, у нас все получится. Опа, минус еще один. Соник упал. Есть. Соник упал. Ребята, это очень круто. А теперь мы можем мочить и чекать ступеньки, чтобы он не смог подняться к нам. Стреляйте, стреляйте по нему. Что вам нужно у меня дома? Вон, я его вижу. Мочите. Так, ладно, я спрыгиваю, я несу. Опа. Он же не сможет отсюда никак меня забрать. Где он? Вот он бежит, пацаны, я его вижу, он внизу. Первый раунд у нас, конечно, как-то легко дается, так как Максим ни разу не играл за Соника, ему надо привыкать, как он управляется. Это ОЛТВ у нас был старая школа и знал, как мочить всех. Да что вы бежите-то за мной? Мочите его, пацаны, все. А, вот да он. Что же я вам сделал? Так, вот он. Блин, я упал. Эх, надо бежать быстрей. А он знает, что можно в порталы заходить? Да, я же зашел. Хорошо. Чпоник. А я его здесь... Ай, блин, так это я! А, через порталы пули пролетают. А где ты, Максим? Так, давайте в синий портал. Во. А зачем тебе меня... А он зашкерился где-то. Ну, блин, так, я, пацаны, поднимаюсь к вам. Мне надо оружие взять. Срочно. Рахитный. Кто, Дима рахитный? Я не рахитный, это рахитный тот, кто управляет им. А я говорю, что он сложно управляется. Ой, кто-то слетел вниз случайно. Да иди ж ты. Он был только что наверху и спрыгнул. Он был вверху здесь. Он упал. Вот какое оружие мне надо взять. Я вас не достаю, когда вы на эти стоите. В этом и есть прикол. Вот он. Стреляйте, стреляйте. Ой, ничего блин. Себе, уже вся карта обстреляна. Но Соник еще живой. Кстати, у Соника в первом раунде всего 2000 жизней. Следующий раунд будет намного у него больше жизни, но мы и поставим больше оружия. И где он? Я не знаю, где-то зашкерился, пацаны. Будьте внимательны. Включайте фонарики, мы его вообще не увидим. Он может подниматься к нам. Чекайте ступеньки. Где ты, Максим? Дедушка Максим, ты где? Что ты кричишь? Я к вам залазил, и я упал. Дедушка Соник, где ты? Дед упал. Слышь, ты где, Санчелло? Я спрыгиваю, пацаны. Прыгай. Я буду играть роль наживки. Ого. Он тут. Где? Наверху. Уже наверху? А, да. Во. Так, я лучше пока не буду подниматься, это очень опасно. Убили. Максим! Ну, это первый раунд. Максиму, конечно, было сложновато, так как он за него ни разу не играл. Раунд номер два. У Соника 5000 хп, и мы закрыли один вход. Теперь у нас есть лестница только одна. Поэтому Максиму будет намного легче, ну а нам будет намного тяжелее. Раунд номер два начался. Пацаны, давайте, все вперед! Все за ним! Так, я пока лезть не буду, хочу посмотреть, как они будут все падать вниз. Вот поэтому падайте. Немножко испорчу вам тут. А как ты нам испортишь? А не важно. Ладно, я лезу. Он просто там вход закрылся. Ну правильно. Нет. Ой, кто-то там упал. Эй, новые ноги. Ты ноги мыл, что у меня на голове стоишь? ОЛТВ. Есть. Что? Ой, блин, кто-то улетел. Оружие успели взять, молодцы. Блин, надо как-то подловить тайминги, тоже залезть. Смотрите, вот я он стоит, уже. Я прям вижу его. Тихо, тихо, Максим, ну пожалуйста, дай пройти. А у него такие зубы здесь. Ты как сюда залез? Есть, есть, блин, нет, он мне голову оторвал. Взял. Так, у меня же есть камера, теперь могу смотреть с разных сторон, как он здесь мочит. Он еще одного слил. Я оружие взял. Ого. Ты псих, Максим, вот это, он отрывает, там уже туловище и куча стоит. Максим упал, быстрее, мы успеваем, пацаны. На, Максим, так, на, быстрее на, бежать. Так, пацаны, только ж меня не зафигачьте. Поднимаемся все. Кстати, у него же тоже теперь получается одна лестница. А интересно, он может меня замочить, когда по лестнице поднимается или нет? Может. Да. Отсад невидимый. Блин, где он? Он сейчас меня убьет. Фонарик включайте, пацаны. Возьму базуку. Он по лестнице поднимается. Нет, УЗИшки возьму. Так, если что, буду спрыгивать. Вот он, я его вижу!
Вот он! Скинуть его! Давай, 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 быстрее! Ребята, офигеть, вы его скинули вниз! Щенок! Блин, это круто! Если вы хотите, чтобы мы еще на этой карте записали вот такие прикольные ролики с Соником. Кстати, мы можем снять шин с Соником. Напишите, мы хотим, давай еще, мы запилим классный рольтосик. Мы даже на этом лабиринте можем сделать ночь. Кстати, хорошая идея. Следующий ролик будет с ночью, что было нам очень сложно. Ого, там кто-то нафигачил. Так, пацаны, включайте фонарики и чекайте лестницу. О, он сейчас будет подниматься, я прям чувствую это. Надо взять электрошок, и когда он будет подниматься, я буду его фигачить. Я его скину. Или вот. У меня есть электрошок, надо его взять. Вот он, есть. Как бы. Что? Как бы. Ты уже тут? Иди сюда. А? Где он? Блин, он я испугался, думал, что он рядом здесь где-то. Ага, так. Видите? Одного щенка я захавал. Максим, а сколько у тебя жизни осталось? А зачем тебе это знать? Ну, ты пожалуйста, знай. Ой, скажи. Пацаны, он сзади, я вижу тень его, быстрей! Да блин, я залезть не могу. Ладно, я шучу, его не видел. Все, не знаю. Вот, расстреливайте, вот так и делаем, все, стреляйте по лестнице. Вот это в 4 ствола мы, ребята, фигачим. Знаете, вы стреляете по лестнице, но я же даже не там. А где ты? Я, ну, потом увидишь, наверное. Вот, короче, сейчас будет наверху, смотрите. Ребята, если вы хотите ролик увидеть с лица Максима, заходите на его канал, он тоже выложит в этот день ролик. У меня есть идея, у меня есть идея, у меня есть идея. Где твоя идея? Ты так, пацаны, надо дислокироваться. Где там? Давай! Он уже тут ползет, по этой лестнице, он может через... Вот он, я его вижу! Я его фигачу! Все, его скинул! Я догадался, Максим, что ты хочешь сюда пролезть. Нет! Классно! Эй, кто-то мне пытается. Так, значит, он будет еще раз по этой лестнице лезть. Чекаем. Нет. Я тоже спрыгиваю, пацаны. И да нет, аж я, то что ж ты по мне стреляешь? Он уже внизу. Вот он! Он в портал залез! Он в портал отстегнулся. Так, если что, я в этот портал прыгаю. Подожди, так, чпоньк. Вот он! Эй, блин. Ах ты, блин, Максим, я тебя видел, ты где-то тут лындаешь. Я его убил. Замочили? Я убил, да. Красава. Молодец, Максим. Я думал, ты будешь лучше держаться. Да ладно, ладно, я понял. Блин. Раунд номер 3. У Соника 10 тысяч жизней, и мы еще сделали легче Сонику. Я поставил здесь еще одно ограждение, чтобы еще тяжелее нам было пробираться вверх. Соник, ты готов? Конечно, я готов. Ну давай, надеюсь, ты сможешь продержаться на 1 минуту дольше. Потому что у нас лучшая команда. Полетели все. Так, вот я наверх. Что ты смотришь там, Максим? Максим, что ты, плаки-плаки? Ну, испугался? Не бойся, я твой друг. Так, давай-давай-давай. Вот эта толпа, да, у нас там внизу? Ой, один слился. Так. Да блин, ну никак. Да ты еще по голове мне своей жопой ударил, блин. Можешь легче в следующий раз падать? Ну, Максим, дай пройти, пожалуйста. Ну, в смысле? Ну, дай пройти. Давай. Можно? Пацаны, готовьте, сейчас он только меня мочит, сразу прыгайте вверх все. Поехали. Эх! Вот камера. Они все похватали оружие. Есть, вы его скинули. Молодцы. Я знал, что вы лучшая команда. Красота. Так, надо фонариком включить. Больно. Он уже на ступеньках. Ты чё, псих что ли? Максим, ой, Госдума. Пацаны, давайте без шаров, он сейчас мне на голову упадет. Нет, не стреляйте, нет. Пожалуйста, больше им. Нет, 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 нет. Есть, схватил. Да, ё-моё, да что ж ступеньки кто-то маслом намазал. Где он? Подсолнечным. Так, надо брать электрошок, и мы сможем его скидывать. Вот. Куда шары вышел? Что за бредятина 700 хп снесло? Это очень мощные пушки. Не, давайте, пацаны, ждать его, чтобы он с высока падал вниз, у него тоже будет хп отниматься. Так, это наш, пацаны, не стреляйте по нему. Ой, да блин, да да ну блин, это все свой! Ай, блин, на УТВ! Ребята, с нами как всегда весело. Если вы хотите с нами позаписывать ролики и просто пообщаться, провести классное время, залетайте в наш Дискорд, ссылочка в описании. О, я знаю, что надо сделать.
Блин, для начала надо оружие взять. Я хотел на другую лестницу залезть и там чекать его. Он лезет, пацаны. Лезет? Где? Да. Под тобой, кто там лезет за хую? А, это я был. Блин, я боюсь, когда ты говоришь, что он подо мной, здесь. Мне страшно. Вот здесь. Один упал. О. А ты как кинуть это сделал? А, блин, Максим, ну мои ноги, а! Садима. Ну ё-моё, она сожрала меня. Так это я, пацаны, не стреляйте. Сейчас стрельну. Не надо. Ну блин. А, Максим, что с голосом? Ну такой отвратительный портал, я через раз в него зашел случайно. Так в этом есть смысл, чтоб ты страдал. Так, чекаем его. Кстати, он может через плиту нас замочить, если он будет с этой лестницы идти. Он ползет. Вот он! А, мы его скинули! Щенок упал! Ой! Ого, там шар. Ну ты вы, ну ты чё? Ты просто, я понял, ты против нас, да? Да нет, пацаны, кто видит ЛТВ, мочите его тоже, у нас два врага. Ну Дэн-то, и Дэн тоже. Блин, все против всех. Нет, давайте сначала мы Соника даже замочить, мы же мощная команда. А, у меня оружия нету! Ай, блин, пацаны! Ого, вы его жизни выносите! Ничего себе, он поймал прям животом этот патрон. На... Максим! Я под конец залез, превратился из, ну, из невидимости и упал сразу же. Хорош. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Подрывай! Всем пока! Всем пока!